Здравствуйте. Андрюша, здравствуйте, мой дорогой, да. Здравствуйте, Никос Степанович. Здравствуйте. Вы же на японца похожи. Япония влияет на людей. У меня на вас похож посол нашего вот в Москве, японский. Замечательный человек, мы с ним дружим. Домами, скажем, посольствами и домами. Вот, Андрюш, спасибо, что вы решили сделать сюжет. Мы сейчас только что закончили эфир про авангард, русский авангард, откуда он возник, почему он возник. Вот я рассказал об истории его, и что о подделках авангарда, что говорю, это с закрытыми глазами, и при них нарисовал белый, на черном фоне белый круг, сказал, это вам в подарок. Стоит 50 тысяч евро. Ну, и вот сейчас немножко прибрали, и сейчас вышли в эфир с вами, поэтому извините, что задержался. Я жду ответа, вопрос, потом я вам покажу свои картины. И мне очень приятно, мне нравится Япония. Я рисовал и несколько раз Сакуру, и рисовал Фудзияму гору несколько раз, и Хокусай, один из любимых моих художников, поэтому, когда я был маленьким, в 5 лет, 4, я уже знал, кто такой Хокусай. Поэтому это для меня близкая тема. Когда-то я участвовал в одной выставке в Японии. Правда, такая выставка странная. Она называлась почти эротическая, но это в 80-х годах. Вот. Ну и так как-то вот Япония для меня очень интересна, близка. И всем нам, как бы русским, импонирует, что Япония... имеет к нам хорошие пока, слава Богу, отношения, дай Бог будет дальше. И связано с культурой тоже. С культурой России и Японии. Она давняя, древняя достаточно. Я слушаю по Москве радио «Звезда». Часто путешественник русских около Японии, как они не подпускали русских, только голландцев, голландцы имели привилегии, но потом русские все-таки как-то постепенно вошли, объяснив, что мы не имеем ничего корыстного, ничего не имеем, а только торговые интересы и человеческие. Культура Японии богатейшая, и один из любимых моих мультфильмов «Унесенные призраками», и вот такие мультфильмы, которые делают японцы, мне тоже близки. Я был в Японии и видел, как рисуют дети. Вы знаете, потрясающе, гениально, но практически все одинаково. У них есть такие стандарты, они делают как бы очень похожи друг на друга. Это, конечно, школа, но высочайшая. И есть, конечно, художники великие, индивидуальные, которые работают в своей манере, очень прогрессивно. Вообще, общение, выставка в Японии для любого художника – это огромная честь. И, как мне сказала моя помощница Марина, что вы предлагаете сделать совместно какую-то выставку в Японии. Я с удовольствием, я специально сделал для этого картину, связанную с Японией. Так сказать, вот есть техника у меня Dream Vision, которую я придумал как направление. Она нравится, японцам нравятся экспрессионисты. И у меня в этой технике есть работа, и в том числе и Япония. Задавайте вопросы. Да, спасибо большое, Никос Степанович, что уделили время. Я очень рад знакомству, хоть и заочному. Да, времени у нас немножко, я так понял, будет маловато, да? Я бы хотел, наверное, чтобы вы рассказали о своих крайних работах, если это можно. Было бы очень интересно вас послушать. Ранних работах? Крайних. А, крайних, значит, я пишу бычков. Гнило, как году быка, а Япония, по-моему, отмечает. Вы знаете, я когда-то был в Японии, и я Уван Маран, и родился 8 апреля. 8 апреля. И вот я был где-то там в марте, это был 90-й год, и я должен был успеть к 8 апреля на свой день рождения. Они четко пошат и что-то там делают, украшают. Я говорю, что такое? Я говорю, как вы не знаете, 8 апреля родился Будда. Вот. А я был в Северной Корее, в Южной Корее, простите, в Южной Корее, в монастыре женском. И
там настоятельница монастыря увидела меня до этого и стала плакать. А рыдает и рыдает. Вот. И я говорю, а что она рыдает? Она говорит на корейском, что она видела Будду с вашим лицом несколько раз. Я был так очень удивлен. Вот. И вот когда я узнал про то, что Будда японцы отмечают 8 апреля, для меня стало это очень интересно, любопытно, что ей виделся сон. Я настолько был растроган, я снял золотые часы, Cartier, я снял цепочку, я все себе отдал ей, сколько денег у меня было. Я приехал много лет спустя, она также настоятельница, посидевшая, хотя коротко стрижена, уже посидевшая женщина, она все это хранит, она ничего не тронула, ни деньги, ни... прошло там лет 15-20, это удивительно, вот. Но никакой корысти не было, вот искреннее такое отношение было в горах около Сеула, там вот есть женский монастырь, очень большой, красивый монастырь, они буддисты там. Я крайне работаю, ну, я сейчас только что закончил Валентина Ивановна Матвиенко, у нас есть такой третий человек в государстве, вот, она возглавляет Совет Федерации, портрет такой, тоже в стиле Dream Vision. Закончил одну для Китая такого некой Конфуций, вот философ на фоне горы, я сейчас вам покажу. Потом я пишу портреты, которые дают мне заработать деньги, то есть какие-то, как вы говорите, крайние, это портрет одной женщины, портрет, там, сказал ее сын. Потом пишу вот губернатора Санкт-Петербурга, мой товарищ, чтобы как бы поздравить его с Новым годом, ну, как бы такая вот символическая. Что может художник? Самое дешевое – это ему написать картину. Самое дорогое и самое дешевое. Когда у меня покупает картины кто-то, я говорю, ничего себе, вы богатый, у самого Никаса покупаете, я бы у него не смог купить картину. То есть я не могу себя сам купить, но я могу подарить. Вот, и такие вот работы, и какие-то много-много разных этюдов, набросков, которые постоянно делаются. Вот, я был в одной такой организации, там есть герои, невидимые герои. Вот, на уровне вот, кто был в Японии у нас, Зорги, на уровне Зорги. Я делаю их портреты сейчас, память. А вот о том, что они сделали для России, для мира даже. Это тоже очень важно. Вот таких пишу сейчас серию графических работ. По фотографии их уже нет. Фитин такой, там еще одна женщина тоже связана с Японией была. Япония была всегда стратегически очень важным объектом для России. Ну, в разных совершенно ситуациях, в разных моментах исторических. Вот. Но вообще сейчас у Эйнштейна спросили, будет ли Третья мировая война когда-то. Он сказал, я не знаю, но четвертой точно не будет. Сейчас столько вооружения, столько ядерного, что глупо было бы сейчас сделать что-либо похожее. Поэтому надо найти мирные какие-то пути существования и получить удовольствие советами, пользой, обменами какими-то, человеческими обменами. В России, когда не хватало, приглашали итальянцев, скульпторов, Фалкони, который сделал медный садик, там, вот, Клод, который тоже имеет французскую кровь. Вот это все мешалось. И японцы были как раз одни из тех, кто приезжал в Россию и очень много тоже дал для России. Ну, обменные такие моменты, они должны быть. Поэтому нужно делиться культурой и наша бы, так сказать, страна поднималась, и, наверное, японцы бы обогащались. Ну, в общем, к счастью, все идет в этом ключе. Мы работаем в творчестве, делаем выставки по миру. Вот. Но вот работа в Dream Vision, они тяжелые, достаточно сложные, вернее, они не тяжелые, сложные по технике исполнения. Иногда я не знаю, какой будет результат конечный, но я их делаю для выставок и стараюсь их не продавать. Вот я сделаю выставку обязательно в Японии. Именно с этими работами они интересны будут для японцев. Я знаю, как они купили Ван Гога. Вот, именно эта техника очень близка и интересна. И то, что они сами не умеют, как бы, наверное, не владеют этой техникой. Понятно, что экспрессионисты есть, у них
наверняка, но именно моя техника, она для меня была как открытием ноу-хау, и я ее создал на разных-разных экспериментах, то есть подделать ее трудно, если ты не знаешь, не видишь, как работал мастер. Но вот я с удовольствием ее выставлю, эту технику, в Японии. Ну, при вашей возможной поддержке, при поддержке посла, вот, будем работать совместно и будем, так сказать, сотрудничать, делать какие-то проекты совместные. Вы знаете, наверное, это приятно, что вот, находясь в Японии, вы все-таки не забываете о России и продолжаете с ней как-то существовать, вести канал целый, рассказывать о событиях, об интересных людях. Спасибо. Я буду давать каких-то людей. Я дружу с Николаем Николаевичем Дроздовым, вы, наверное, знаете его, в мире животных. Вот, жалко, что нет вот Табакова, я с ним дружил близко. Говорухин, Слава, место встречи, изменить нельзя фильм. Вот, ну, я дружу, может быть, тоже смотрите случайно, там, «Сваты» или «Шесть кадров». Такой Федор Добронравов, мой друг Полинский. Вот. Есть еще люди знаковые, известные, которые, наверное, также могут вам дать интервью какое-то для вашего канала, чтобы он был более-более интересен для русскоязычного населения. Вот. И те, кто изучает русский язык, наверное, тоже интересуются искусством. Спасибо. Разным, и кино, и театром. Вот. Давайте вопросы, я буду отвечать, если и еще... Или сразу показывать картину вам? Да, если можно, картину можно показать. Ну, давайте. Это, вот, было бы интересно. Марин, тогда... И, Никита Степанович, можно вот так хотя бы в двух словах рассказать вот коротко о технике вот Dream Vision вашей? Ну, я как бы не открываю секреты. Это некие лессировки. Лессировки – это масло, холст, все сделано на тех материалах, которые используются всеми художниками. Вот, ни акрил, ни акварель чистая. Но есть в этой технике есть и акварели. Я покажу вам их в календаре. В календаре. Я сейчас покажу вам вот подобный календарь. Вот в прошлом году выходил календарь, вот такой в этом стиле. Вот он сделан был. Это обложка была, и это вот стиль. Знаете, где? Знаете, даже императорский фарфоровый завод сделал даже зонты. Вот такие вот тоже в этой технике. Такие роскошные зонты с деревянной ручкой. Здесь есть их эмблема. Знаете, императорский фарфоровый завод. Они со мной работают, сотрудничают. Они сделали такие зонты. Они черные. Черные, я думаю, что будет. Но внутри с картиной. Моей картиной тоже в стиле Dream Vision. Потрясающе. В стиле Dream Vision. Здесь темно, вот там светлее. И сейчас я вам покажу. Наверное, надо будет с моей стороны так показывать. Много Москвы. Много Москвы. Я не знаю, видите ли вы, нет. Никита Степанович, вы можете камеру повернуть? Это будет у вас, наверное, на экране в нижней части. Нужно что камеру с камерой сделать? Нужно, есть на экране у вас в нижней части, как вот две стрелочки такие. Да-да-да, вот вы повернули камеру. Да, давайте. Давайте, я буду показывать. Нет, я буду показывать. Давай. Значит, Москва, я делаю эскизы. Это все с моего балкона видно. Чуть пораньше было бы светло, я вам все это показал, но у нас еще будет повод. Это тоже Москва зарядье. Это такие техника не Dream Vision. Вот это уже ближе Dream Vision. Такая вот размытый лес, уже такое, начинается уже эта техника. Вот эта техника березы. Такая вот русские березы. Но с некими элементами такого символизма, сюрреализма. Это тоже Dream Vision. Это такой русский
тоже натюрморт с пейзажем на заднем плане, тоже древнижин с элементами. Еще раньше я делал все размыто, но потом я стал делать частично, подчеркивая какие-то детали, чтобы вот в эту часть, ну, больше было внимания, потому что они, ну, как бы начинают углубляться в детали, и тогда больше есть объяснений, понимания. Ну, вот в таком тоже стиле сделан такой натюрмортик. Здесь вот есть на уже стекле эта копия. Вот здесь. Это я приготовил для посла Японии на Новый год. Вот сейчас я буду отправлять посла в Россию. Есть, конечно, работы, связанные с реализмом. Это вот работа. Просто пейзаж, подмосковный пейзажик такой. Вот. Здесь вот девушка и женщина с девочкой идут к берегу моря, тоже древнижин, где часть написана в реализме, часть это вот тоже древнижин, техника древнижин, вот такая вот работа, она вот в таком стиле. Вот такая работа, моя абстракция, переписанная, вот в таком же стиле написана. Бывшая абстракция, потом я переписал в стиле древнижин. Вот, вот мы говорили о Валентине Ивановне Матвиенко. Да. Это символ, значит, здесь у нас Екатерина размытая в стиле древнижин. Здесь ее образ. Я специально убрал все кресла, оставил их незначительными, символичными. Главное лицо и ее строгость костюм и ее как бы политическая кредо. Вот Петр I на коне «Медный всадник» и Екатерина где-то там, девушка из прошлого. Вот эта картина, то, что я вам сказал. Китай. Вот такой некий конфуций. Вот. Вообще я, вы знаете, был маленьким. Я прочитал «Кодекс самураев». Там было: если мучаешься между смертью и жизнью, умри. Если занял у кого-то деньги, сделай себе харакири. Я не занимаю и не мучаюсь. Но вот здесь такая вот тоже история Екатерины, как бы корабли. Мы же завоевали Крым, такое огненное как бы залива. Это была война, но все равно светлое лицо, чистое, но уже исторически мраморное. О том, что мы выиграли у турков, вот, в том числе и Крым. Вот здесь маленький австрийский натюрморт, Австрия, австрийское утро, тоже в стиле древнижин. Вот, есть такие и работы серьезные, классические, написаны как бы на основе вот, зданий известных. Здесь, это может быть для Карпова, может быть я передам Карпову. Вот. Здесь тоже маленький натюрмортик, этюд такой, небольшой этюд. Вот, Москва, идиллия, это Италия, есть Италия, это Венеция, это этюд, это уже не древнижин, это просто этюд живописный Венеции в тонах. Это такой вот рождественская, такой пасхальный, вернее, пасхальная работа, символизм такой. Вот. Ночь, пасхальная ночь. Ну, это здесь у меня три направления: портреты, символизм и древнижин. Вот тоже здесь. Это золотое кольцо. Это Сергиев Посад. Вот такой зимний был там недавно. Вот, на Новый год. И сделал такой набросок. У меня есть такая серия «Люди-животные». У моей сестры много кошек. И я стал их рисовать, а потом у меня были много старых холстов. Я изучал старых мастеров, делал копии. И было жалко выбрасывать. Я решил, чтобы их не выбрасывать, ввести в них вот этих
собак-кошек, которые у нее, появилась такая серия «Люди-животные». Это еще в 90-х, 80-х годах. Тоже такой этюд в стиле древвижн. Это Италия там была, они производят замечательное вино, это их местность такая. Вот. Это просто портрет Куила. Я был на его лекции, встрече, и вот я увидел его, сделал набросок вот книги и его лицо, что он уже историк. Книги старые, как бы уже история. Ну вот Флоренция такая тоже в тумане, как бы легкая. Это все живые наброски. Вот, и, конечно, вот бычки, голубика. Вот такой бычок. Их много у меня. Это... Я их сдаю, может, где-то еще есть. Мы работаем как бы на злобу дня. Это вот была когда-то реплика на итальянского мастера, моя как бы копия. Ну, потом она стала авторской, я переписал, сделал Рождество, бычок, дары волков, волфы. Вот такая работа. Вот. Это такой вот, уже мало осталось территории для животных, рысь. И вот все время мегаполис нападает, такая, как бы остаток, как сохранить себя. Это я сделал работу, символизм к Олимпийским играм московским, ну, российским, в Сочи. Символ был медведь, вот я медведь, и два медвежонка. Вот. Медведь целый белый, медведь, символ Олимпийских в Сочи. Вот, 13-й год. Здесь еще что. Я был на Тибете, и там монголка, ну, не монгол, местная, она была похожа, мне показалось, на Джоконду. Я вот в ее фуфайке нарисовал вот такую вот Мона Лизу. Такая вот Мона Лиза. Ну, что еще вам показать? Я уже, наверное, вот. Есть промежуточные люди, с которыми я встречался когда-то. Стинг, вот, Стинг. Вот еще бычок. Год серебристого быка. Еще один такой бык. Быки разные, не только российские. Ну, какие символизм. Я просто достал для съемок, для сюжета, вот, ну, а я ищу мастерскую здесь. Я лежал на траве и видел Эйфелеву башню в таком ракурсе. Мне это показалось интересно, я создал такой романтизм времен как бы Мопассана, Бальзака, Золя. Вот. Здесь Петербург такой вот, через целлофан. Можно открыть чуть-чуть вот. Такой Петербург. Здесь еще есть Петербург. Какой вот Петербург. Осень, это я делал осенью. Вот, когда было мало людей, было удобно. И за коронавирусом многие не выходили на улицу. И было удобно рисовать без людей. Я наверное, еще что-то показать такое, что здесь есть. Это вот такая работа символизм. Была девушка. Когда что-то мне не выходит, я переписываю заново. Но чтобы это не пропадало, я что-то делаю в символизме. Вот. Это вот портрет. Мой автопортрет. Вот такой вот задумчивый. Ну, как бы так и Рембрандт, я время от времени переписываю свои образы, вот, пытаюсь узнать себя с разных сторон. Есть один вопрос. Да. Как Никос Степанович, вы на картине создаете объем, вот каким образом? Что, потому что это же как получается плоскость все равно. Но когда смотришь на ваши картины, чувствуется вот этот легкий, не легкий, а объем, как будто ты смотришь, ну, настоящий объект. Спасибо за вопрос. Это как бы вопрос, это творчество, это искусство, это нас учили в школе, в институте, в училище. То есть это
перспективы, это тени, это свет, это передний план, задний, удаление, то есть там много нюансов, это такая школьная как бы история, поэтому создается, естественно, перспектива, ты делаешь все по технике письма живописной, поэтому идет удаление, движение зданий, неба, и темнее, светлее, передний план более темный и так далее. Арка, туда как пространство. Ну, я даже трудно объяснить, это так, естественно, и само по себе разумеется, пишешь то, что видишь, как видишь, остальное подсознание уже, твой опыт, твое мастерство, отработанное до совершенства, когда я пишу, я просто уже даже не смотрю на краски, я просто один раз запоминаю палитру, потом достаю все чувства много и откладываю, я уже знаю, сколько даже краски по весу. Это как бы естественный процесс, тут даже другая история, другой мастер-класс или встреча, поэтому я так вкратце вам сказал, но в следующий раз попробую, если нужно будет рассказать более подробно, я расскажу. Вот, я очень рад, что мы начали общаться. Спасибо большое, мне тоже очень приятно. Спасибо вот Марине, у нас вот тоже есть роспись, я вас с удовольствием приглашу к себе в гости потом. Спасибо. Когда вы будете в Москве, будем рады вас видеть. Надеюсь, сейчас вся эта пандемия пройдет, и мы сможем с вами легко и просто запросто общаться. Мой дом, мое сердце открыто. Надеюсь, что спасибо большое. Для нас найдется местечко, если мы приедем в Японию, для приема. Но я буду с вами на ВКонтакте. Всем вашим зрителям огромный привет, огромное уважение. Вот, как говорят у нас на Руси, храни вас Бог, ангел вам хранитель во всех ваших делах и начинаниях, с праздниками, Новый год. Вот, ждем год быка, который, наверное, в Японии отмечает, и ждем новых встреч. Так вот, только что было крещение, до этого Рождество, все это у меня на картинах отображено. Ну, в общем, мы работаем. Знаете, если долго делать что-то, то, конечно, ты останешься за бортом истории. Я делаю все очень быстро, делаю все в актуальном процессе, но есть работы, которые делаешь долго, от того, что они вот должны переосмысливаться, их переписываешь иногда через 5, 10, 15 лет и снова возвращаешь через какое-то количество лет. То есть есть такие работы. Но надеюсь, что мы отберем с вашим советом какие-то работы. Мне сказали, что вы хотите делать совместную выставку, отберем какие-то работы, с удовольствием сделаем. Будем эту тему обсуждать более детально и более подробно уже без вот таких вот. Спасибо большое, Ника Степанович. Как раз сегодня у меня за спиной стоит одна из работ. Это, правда, заказ частный у меня за спиной. У вас? Да, вот сейчас у меня за спиной стоит. Да, да. Банбанса – это можжевельник. Да. Это заказ для клиента из Бангкока. Возможно, если, дай бог, у нас все получится, выставка состоится, он тоже будет на этой выставке. Я почему спросил про объем, вы его сейчас видите только вот, ну, с фронтальной части, да, перед собой. А то он, ну, только-только вот переделан, еще не пересажен, ничего. И, ну, вот если повернуть... А вот поближе, поближе. В Японии там все сделано как бы с невероятным вкусом, тонкостью, нюансами. Ну что, оригинальная вещь. Замечательно сделано. А дерево покрасили, да, специально? Дерево, да, оно отбеливается. Знаете, это как образ из горы, когда оно можжевельники, да, они же растут в горах. И когда ветра, под 20 ветра и солнце, сдирается вот это, слезает кора, и солнце, под солнцем выгорает до белизны. А это, ну, делается искусственно в бонсай, и, ну, и передается весь образ такой вот, как горного дерева. Понятно. В данном случае. Ну да, везде. Мне нравится одно четверостишее японское. Оно тоже связано с природой. За ночь юнок обвел овод колодца. Утром у соседа воды возьму. Вот это мне нравятся такие изложения стихотворные, тонкие и с вот таким особо поэтическим подтекстом.
Спасибо большое, Никита Степанович. Спасибо большое. Мы прощаемся сегодня. Я желаю вам удачи. Вот, до новых встреч, до новых контактов через видео, через телефон. И надеюсь, что люди, зрители, которые сегодня нас видят, придут на нашу выставку вот, и получат удовольствие. Мы делаем для людей, мы не пишем в стол. Вот. Раньше в Грузии говорили, если два друга твоих не увидели, твоя машина, она еще не куплена. Все делается для людей. Поэтому надеемся, что у нас такая возможность показать им свое творчество. И больше половина работ будет связана с Японией, половина будет связана с Россией, с Европой, вот, со Францией, Италией и так далее, и так далее. Будем надеяться, что так все и будет. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ника Степанович. Всего хорошего. Берегите себя. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Пока-пока.